знаете, музыкант, человек всегда далек от политики, но так или иначе его гражданская позиция в конечном итоге засчитывается. Гражданская позиция меня как музыканта, она говорит только о том, что бы я ни желала поменять в ней, чего бы я от нее не ждала, я не в состоянии сделать ничего, кроме как жить со своим народом и помогать ему жить, делать так, чтобы нам всем жилось лучше. И мне очень хочется, чтобы политики, высокие политики всех стран жили по принципу ремарка. Хочешь войны, вызови. Вот если, например, ты царь и хочешь воевать с другим царем, ну вызови ты его на ринг. Если хочешь с ним подраться, подерись. Так было в древние времена, и это было справедливо, потому что оставались живы люди. У них оставался кровь, у них оставалась работа, любовь, дети. Это переходило. То есть вот принцип такой, к сожалению, на сегодняшний момент невозможен. Но в чем-то, вы знаете, я бы с ремарком согласилась. Это было бы правильно.